Продолжение получила история с космическими квитанциями за отопление. В прокуратуре подтвердили, что получили сотни обращений от собственников. Проверки, по всей видимости, начинаются. Сможем заплатить. Жить-то не на что будет совсем. Нам в следующем месяце надо еще насчитать больше. Даже 500 рублей не останется на то, чтобы прожить. Вот у меня 9 тысяч пенсия, бывший медик. Сейчас вот заплатим 8 тысяч, что останется? На что жить нам всем пенсионерам? Да. Вы смотрите, мы все пенсионеры. На что жить? Какая у нас пенсия у всех? 11-12? Да, да. Заплатим за все и все? Напомним, в начале апреля про свои космические суммы, начисленные за отопление, начали сообщать жители города Кирова, Слободского. Стихийный народный сход образовался в Ленгасово. Люди требовали разобраться в коммунальном беспределе. Только за отопление собственникам было начислено по 7, 10, 15 тысяч рублей. Важное уточнение – это не очередной ежемесячный платеж, а плюсом к нему так называемый перерасчет за прошлый год. О том, что жители областного центра в апреля получат такие пересчитанные квитанции, предупреждали и в филиале энергосбыта. Правда, доходчиво объяснить, откуда берутся все эти цифры, до сих пор не смогли. Сегодня прокуроры рассказали, что получили уже 260 обращений с требованием разобраться в космических отопительных платежах, и это только в областную прокуратуру. Отдельную статистику ведут районные, а также жилинспекции. В ведомстве подтвердили, что ни одно обращение не останется без ответа. С каждым в жилинспекции обязаны разобраться, но вот выяснить, удалось ли этой жилинспекции оспорить хотя бы один платеж за отопление, нам не удалось. В ведомство мы звонили в течение трех дней и дозвониться не смогли.